будет просто сгореть. Давай, закручу. Что там сотлеть? А? А туго не будет. Туго? Да не, нормально. Туго имеется в виду, когда упрешься совсем уже, не сможешь прокрутить. Это долго. Ну что делать? Да не, недолго. Это же долго будет. Ну, туго. Давай, крути. Туго, да? Все. Давай другую, следующую. Вот она. Не, давай. Закручивай. Нет. Не будешь закручивать? Давай ты закрутишься. Давай я закручу. Не знаю сколько. А ты не знаешь сколько, ты же сильный. Она уже это... Нет, вот все закрутил, видишь? Я тоже все закрутил. Все закрутил. Эту ты закрутил до конца. Что, будем проверять, работает или нет? Один. А вот эти? Вставляй. В пазы вот в эти загоняй. Не, поверни немножко. Во, все, вставляй. Нажимай на нее. Нажимай на нее, Дима. Ты не вставил, нажимай сильнее. Вот, теперь вставил. Также попадаешь вот в эти риски, в пазы. В пазы, вот, все, теперь все вставил. Все, проверяем. Пальцы зажал. Работает, не работает. Починили мы или нет, Дима? А? Проверяем? Да. Боишься? Ты чего? Рик, все страшно. Работаем. Починили. Хватит. Все, починили, работает. Из него грязь вылилась. Да, это вот все грязь с него. Уйдет, давай грязь мы тут уберем сейчас. Все, починили миксер. Диматик, вещь еще раз бросал. Дима. Давай. Вещи иди собери. Какие вещи? Вот эти. Я вот разбросал здесь. Все. Нет, так ты положи нормальные. Их вот сюда положи, Дима. Инструменты на место тоже отнеси. Что, колготки мешают? Инструменты забирай. И неси их на место. Все, прям туда ложи. Я вот лучше сюда ложи. А где твой изолента? Нет изоленты. Все, закрываем. Это что такое? Это амперметр. Что он делает? Ампер меряет. Дедушку меряет. Это уровень, Дима. Уровень. А? Уровень. Ты какой-то вот такой. Какой? Смотри, какой. Ты не... Прямо стоит. Да? Это вот здесь надо мерить. Вот стол. Вот иди там мери стол. На кухне стол ровно стоит, не ровно. Вот, все, поставь. Смотри, ровно, не ровно стоит. Не ровно, видишь, стоит? Ага. Не посередине. И здесь наклонено еще, в бок. Сегодня говно плывет. Вон, Дима, смотри, твой американец едет, вон. Ага. Видишь, такой же, как у тебя, только не миксер. Здесь ровно окно. Стекло тоже ровно. А ведь почему есть и сюда? Не ровно. М?
Ну, потому что это горизонталь меряет. Вот, вот ты уровень сейчас выровнял, видишь, здесь пузырёчек стал посередине. Как тут? Ну. Что-то вот этот на степвее номера не получает долго, странно. Машина в полной комплектации, а номера что-то не получает. Понятно. И здесь пойдем. Плита у нас. Ровная. Не, немножко не ровно, что-то вон. А это углы, углы меряются. Разные, видишь? Все. На обед скоро пойдем, Дима. Миксер понесем отдавать. Починили же мы с тобой миксер, да? А, Дима? Миксер мы починили с тобой? Да, да. Все. Зачем это? Нельзя стучать по нему. А это? Вернее, нельзя им гвозди забивать. Что там? Это как мерить? Молоток. Молотком нельзя. Им пользоваться как молотком. И по нему нельзя стучать. Ну это вот, я тебе говорю, мерить. Стену мерить. Вот, вот стена, меряй ее стену. Не так, вот. Так, вот берешь так, вот и вот так меряешь. Вот видишь вот этот уровень? Ага. Вот, он должен быть ровно. Видишь, он, вот он, вот, вот когда прижимаешь, видишь, он почти ровно стоит. Да. Это называется уровень, Дима. Уровень. Да, уровень называется. Пошли. Куда? Кто-то подлел. Не смотрел, а смотрел. Пошли спать. Не пошли, а пошли. Не пошли, а пошли, пошли. Пошли. Что такое пошли? Скажи букву Р. Скажи Р. Кусочек у тебя лежит. Угу. Бедный Пушочек. Хе. Почему? Ну, потому что ты его мучаешь. Нет. Нет? Вот здесь почему-то он... Ты его погладь? Ты его погладь, погладь нормально. По шерсти гладь. Не против шерсти, а по шерсти. По шерсти, Дима, вот так. С головы к хвосту. Там опять какой-то пушистик стал. Ну, надо, да, подстригать его надо. Пушочек, да? Ничего, терпи. Терпи, Пушочек. Кика, вот, да, побежал. Кика! Я догоню Кика. Кика. Все, Кика попался. Кика. Кика. Оранжевую или рыжую? Рыжую. А где она? Там стоит на окне. Смотри же, ну я это делаю. Хоп-хоп-хоп. Все, бежал. Хер ты поймаешь теперь. Все. Вставай в ворот. Не сильно. Только не сильно. Хорошо. Все, гол.
Не так. А как? Давай пинать надо. Как я и пинаю. Знаешь, что такое сиповка? Нет. Когда мяч между ног проходит. Воу. Сейчас тебе дамку. Забил, смотри-ка. Забил. Два, один. Да-да. Хорошо. Нет, не забил. Промазал. Смотри сюда. Говорю, не сюда. А как? Ты же мужик? Или нет? Мужик. Ну. А всего боишься? Сильно, не сильно? Давай ты будешь высоко кидать. Все что ли уже? Игла высоко кидать. Гол сам себе забил. Тихо. Пылесос опять сломаем. Бабушка нам даст потом делов. Девушка сможет поднять высоко мяч? Да. А? Туда, да? О, видишь, как высоко. Бери. Зачем? Надо, чтобы кинул туда. Зачем? Он стоял. Зачем? Чтобы я подлетел, он упадет. Зачем? Это такая игла. Зачем? Чтобы хочешь пойти на соревнования. Зачем? Где? Чтобы научить, чтобы был не таким толстым, чтобы худел. Да. Все верно мыслишь. Быстро худел. Да. Бум-бум-бум. Кто звонит?
отвечай. Вот сюда нажимай, вот сюда. Все. Ну, давай позвоним. Серега, привет. Здорово. Слушай, я насчет это, карты, это 233 звонит. Сейчас посмотрю. У меня мафия сзади. Вставай, вставай. Смотри, как Кися. Кися. Кися залезла, спряталась. Дима, Дима, осторожно. Все не до работы. Итак, сегодня у нас 30 декабря 2016 года. Вот это наши новогодние подарки. Шампанское, коньяки. Это каждый год все нам дарили. Вот это вот. И вот все это все стоит. Шампанское, эти все. И вот сегодня очередной подарочек. Давай, доставай. Все. Который опять у нас сюда встанет. На отстой. На отстой. Да. С каждого года по бутылочке туда складывается. Ну да. Ой! Это тоже это надо, да, будет поставить туда. Чай. Так, это чай. С бергамотом. Вот в некоторых-то фирмах, ты знаешь, вот Зинаида Зимгалина говорит, подарили
вафельки вот так да, вот. Ну, типа ради шутки, что ли. Угу. Лучше бы уж вообще ничего не дали мне. Вот. То есть очередная заставочка идет на свое место, которая будет храниться до конца. 10-20 лет. Слушай, у нас уже бутылки, блин, ставить некуда, ты посмотри, что. Ну вот, давай. Вот куда ее придумать, куда ее поставить? Я уже даже вообще не знаю. Куда назад поставить? Место искать надо куда-нибудь. Вот сюда поставить рядом. Ну. Вот очередная заставочка. Ждем до следующего года. Ой, ужас, сколько уже стоит, да? Это что у нас? Ой, какого года там уже, хрен его знает. Слушай, а это что, коньяк, Бишкек, что ли? Не знаю, это Бишкек. Что-то такое. 5 звезд. Ну. Написано. Ну там уже не 5 звезд, надо еще пририсовать, наверное, звезды 3, да? Что написано-то? Бишкек. Что написано? Коньяк. Она еще не круглая. Так, это у нас Бишкек. 5 хылык кыргыз коньяк. Крепость 40 градусов. Какой год? Где у него дата изготовления-то? Ну там должна быть. Не написано. На пробке что ли? Акцизная марка. На ней не написано ничего. Господи, да коньяк. Я ничего нет. Хер его знает, где у нее. Там должна быть дата изготовления. Ищи тогда сама. Это наш... Это коньяк. Погребок. Бишкек. Погребок. Тише! Я тебе сейчас... Плодово-фруктовый... Вкус и аромат. Что за фигня? А где дата-то изготовления-то? Вон идти. Какой-то год же должен стоять. Это этот. Какой-то киргизский коньяк. Ну так по одному слову понятно, что это киргизский. Да, конечно, Бишкек. Кыргыз, вон, кыргыз, коньяк. Ну. Так слушай, а что даты-то нету? Так он если... А что дата-то? Он 5 звезд, 5-летний он. Ну, а у нас-то он сколько стоит? Сколько ему лет? У нас он уже хрен знает сколько стоит. Вон, снизу там что-то есть. На бутылке. Вот дата стоит. Вот, 14. 03-го года он. Да ну, ты что, какого третьего года? Ну, третьего, да. Ну, а 14, может быть, 14-го года? А, 14-го года. Да, 14-го года. Да еще ради-то, 5 лет. А бутылка-то как? Нет, так она может как раз третьего, 14-го-то не может быть, ты что? В общем, короче, в комментариях скажут, какого года. Да как узнать, какого вам года тут коньяк? Ну-ка, вот на этом вот что написано? Кёнигсберг. Коньячные спирты из Франции. Это вот хороший коньяк. Это еще, смотри, без акцизной марки. Да. Это тебе дарили, да? О, вот, да, видишь, написано. 15.08, да, 8-го года он. 8-го года, блин. Да. А звезд сколько? Где звезды? Так ему, ну, 8 лет, 8-го года. Нет, подожди. А что, тогда раньше не было звезд, что ли? Не знаю. В 8-м-то году. А вот она акцизная марка-то. Мы что, с тобой два дурака ничего не видим. А тогда не было, получается? Вот ему 8 лет. Да. Ну, 8 звезд получается. Ну это сейчас. Ему уже 8 звезд. Такого нету. Старый Кёнигсберг. Ну вот да, сейчас же вот стали звезды. А раньше, видимо, не ставили, что ли, звезды? Ну короче, у нас тут вообще... Не ставили, ставили. Вот вино вообще классное тоже. Не разбей. Сказала вообще. Это с прошлого года, да? Да, это грузинское, натуральное грузинское вино. А это которое антибиотик пил?
Кинзмараули. Да, она мне специально купила, видишь, изготовлена в Грузии. 24-07-15. Вот. Год, больше года ему. Ну, Кинзмараули. Угу. Это она мне привезла, купила в метр. Да. Специально, в день рождения к моему. А, точно, у нас же день рождения бутылка ставится твое и Новый год. Ну, не всегда, но Терезин Галина и ждает мне. Да. Я ей говорю, меня уже говорит, целый, говорю, бар этих алкоголя, говорю, стоит. Она говорит, ну, да. Ну что, ну вы не пьете, ну собирайте тогда, будете потом смотреть. Да, потом через 30 лет это будет целое состояние, наверное. Не знаю. Ну ладно. Ладно, продолжаем дальше работать.